Югорчане, победители викторины «Моя Конституция», получают подарки. Евгению Шаталову из Нижневартовска повезло по-крупному, став обладателем автомобиля. Пенсионеры и его супруга ответили правильно на все вопросы в анкетах и ждали СМС от волонтеров. Итоги розыгрыша пришли на следующий день после дня голосования. Жена выиграла градусник, а муж – новенький седан. Машина с комплектацией «Комфорт» включает подогрев сидений, кондиционер. Обладатель столь ценного приза теперь планирует путешествовать и колесить по просторам России. Ближайшая поездка к детям в Тюмень. Добавлю, участниками викторины стали более 400 тысяч жителей округа. В ней разыгрывалось много подарков, в том числе 8 автомобилей. Не было никаких выигрышей по жизни таких. Вот. Ну, была у меня копейка, была, значит, 72-го года. Шестерка была. В общем, машины хорошие, конечно, были. Вот сейчас такая машина. Посмотрим, как она себя поведет.